Апрельские лириды. На Челябинск прольется первый весенний звездопад. Один из старейших метеорных потоков получил название в честь созвездия Лиры. И впервые был отмечен более 2500 лет назад в рукописях Древнего Китая. К Земле лириды приближаются в середине апреля. Интенсивность звездопада увеличивается в течение недели. Самый зрелищный момент был зафиксирован в 1802 году, когда наблюдатели на пике прохождения потока насчитали 700 метеоров в час. Впрочем, такой звездный фейерверк в небе бывает крайне редко. В этом году ожидается максимум 20 метеоров в час. Зато при ясной погоде в ближайшие субботу и воскресенье их можно будет увидеть невооруженным глазом, обещают астрономы. С точки зрения землян, поток движется от Веги, самой яркой звезды в созвездии Лиры. Наблюдать падающие звезды лучше перед восходом солнца в сельской местности вдали от искусственных источников освещения. Метеоры лиридов довольно крупные, оставлены ими следы держатся на небе несколько минут. К нашей планете поток максимально приближается раз в 60 лет. Следующий такой случай ожидается в 2038 году.